хочу сказать. Хотим обратиться ко всем чиновникам Волгоградской области. И нам приходит очень много отписок из различных государственных учреждений. До каких пор? До каких пор из-за халатности врачей мы будем терять своих близких, жен, детей и родителей? И почему виновные в трагедии, в нашей трагедии, до сих пор не наказаны? Мы хотим обратиться к прокурору Волгоградской области Ершову Максиму Леонидовичу. Я как мать прошу вас провести прокурорскую проверку изложенных вам фактов явного нарушения законодательства и не отписываться на облздрав и Росздравнадзор. И я хочу добавить, что врачей-убийц можете оказаться и вы, и ваши близкие.